приветствовать вас на своем уроке. Меня зовут Ксения Ивановна, я преподаватель студии современного и бального танца «Эдем Дети». Сегодня хочу вам предложить доучить комбинацию в стиле хип-хоп, но для начала нужно... What you working with? Ooh, love. Show me, show me.
Что, дорогие друзья, мы с вами размялись. Сейчас предлагаю вспомнить первую часть комбинации, затем мы продолжим учить вторую. Вспоминаем плечики. Раз и два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здорово. Еще разочек. Приготовились. И раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично, надеюсь, мы вспомнили. Дальше продолжаем. Ручки закончили вот здесь, в таком положении. Следующее движение называется рибок. Ручкой мы как будто бьем, да? Хоп, хоп. Еще. Раз, два. Да, вы заметили, что корпус идет вместе с ручкой. Хоп, немножечко, не сильно, да, наклоняем. Чуть-чуть. Раз, два, три, четыре. Здорово. В комбинации у нас будет удар первый. Раз, два. И сейчас двойной. Три, четыре. Да, два раза ударим ручку. Еще разочек. И раз, два, три, четыре. Супер. Что делать в этот момент ножки? Ножки у нас по шестой позиции. Делают маленькие прыжочки из стороны в сторону. Посмотрите внимательно. Раз, два, три, четыре. Да? Двойной. В конце у нас идет двойной. Как ручки? Раз, два, три, четыре. Угу. Пробуем вместе с ручками и корпусом, не забываем. Раз, два, три, четыре. Ага, еще разочек. Приготовились. И раз, два, три, четыре. Супер. Надеюсь, у вас все получилось. Следующее движение. Вот мы закончили. Ножка у нас как будто коленочкой, да, и бедром рисуем кружочек. Угу. Еще разочек. Раз. Супер. Делаем. Раз. Два. И двойной. Три. Четыре. Да, у нас ножки идут по очереди. Еще разочек. Раз. Два, три, четыре. Что делать в этот момент ручки? Ручки у нас тоже как бы маленький кружочек. Рисую здесь двойной. Угу. Медленно. Раз, два, три, четыре. Угу. Еще разочек. И раз, два, три, четыре. Здорово, давайте попробуем соединить это вместе с первым движением. Приготовились ручки, закончили здесь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здорово, еще разочек. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здорово, вы большие молодцы. Дальше ручки. После этого движения мы закончили. Дальше ножка у нас поднимается. И как бы мы отталкиваем что-то от себя, пяточкой. Раз, два. Угу. Еще разочек. Раз, два. В момент второго отталкивания мы должны прыгнуть за ножкой. Еще раз внимательно посмотрите. Раз и два. Ага. Еще разочек. Раз и два. То же самое с другой ножки. Три и четыре. Угу. Еще разочек. И раз и два. Три и четыре. Супер. Ручки здесь. Ваше воображение. Ваша фантазия. Представьте, что вы прям танцуете хип-хоп уже много лет. Где-нибудь на сцене. Да? Приготовились. Я в данном случае буду делать сюда ручки, сюда. Угу. Медленно смотрим. Раз, и два, три,
и 4. Важно, когда мы делаем, вот здесь козочку сделали, мы застыли в этой козочке и работает только ножка. 3 и 4. Да, потом резко нужно поменять позу. Здорово. Вот здесь мы закончили. Пошли. И раз, и два, три, и четыре. Угу, отлично. Давайте соединим все вместе. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, и четыре. Здорово. Еще разочек. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, и два, три, и четыре. Отлично. Закончили мы здесь. Угу. Дальше движение называется скейт. Да, все мы знаем, что такое скейт. Нам нужно проскользить в сторону. Раз. И ножку собрать. Два. Хоп. Угу. Будет раз. Два, три, четыре. Корпус у нас качает все время. Это же легко, да? Все время. Здорово. Что делают ручки? Хоп. Хоп. Да, они, в принципе, повторяют движение ног. Приготовились еще раз. Мы здесь закончили. И раз, два, три, четыре. Супер. Это не сложно, я думаю, у вас получилось. Давайте соединим все сначала. Угу. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Супер! Вы большие, большие, молодцы. Что дальше? Мы закончили с вами скейт. Дальше мы шагаем. Это уже тоже ваше воображение, фантазия. Полная импровизация, да? Мы шагаем. Поза, поза, поза. И в музыке будет. Хей, хей. Да, у нас тоже такая позочка общая. Здорово. Еще разочек. Скейт закончили. Поза, 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 хей. Угу. Ну что ж, мы научили с вами комбинацию. Давайте мы попробуем всю эту часть, вторую, под музыку. Затем мы попробуем все соединить. Попробовали вторую часть под музыку. Теперь предлагаю соединить две части. Наш урок подошел к концу. Я надеюсь, вам все очень понравилось и вы зарядились хорошим настроением. Если вам понравились мои уроки, я с нетерпением буду ждать вас в наших студии на своих уроках. Если тебе понравилось это видео, не забудь подписаться на канал, поставить палец вверх и нажать на колокольчик. До новых встреч!